Итак, я пришла в магазинчик купить рыбки. Ну, заодно вам покажу, вот такие цены у нас. Красивое все, свеженько. Ну, цены, цены, ай-яй-яй. А как есть даже? А ты бы взяли? Ящик. Помидорки, вот перчик, видите? Салат по 60. Ну, очень дорого. Но есть все. Завтра Благовещение. Капусточку вылаживают свежую, еще цены нету. Или есть цена, сейчас посмотрим. Какую цену она? Ой-ой-ой, 70. Не, все, не по деньгам. Посмотреть, ну смотреть красиво. Красиво смотреть, витрина красивая. Ну а цены не по деньгам. Яблочки. А яблочки кушать нельзя. Грушки, правда, можно кушать, но они сейчас 100, а были 20. Были 20, 19 с чем-то. Пойдемте дальше. Мы возьмем две луковички. Вот вам чеснок, селера моя. О, я возьму маленькую селеру. Сейчас посмотрю, почем цена. Корень селеры 60. Можно взять маленькую селеру. Вот я маленькую возьму. А какой номер? 36. Так, маленькую селеру я взвешу. Сейчас и возьму лук не наш, очень невкусный. Возьму манюсеньких, мне надо. Ну, штучки 3, потому что он сырой еще. Вообще я не могу выбрать. Вот маленькая моя. Раз. Она такая. Ничего вроде бы. Еще маленькую хочу. Слушайте, роюсь. А что я найду? Ой, ничего не найду. Все, возьму две луковицы, хватит. Так, лук у нас какой? По 50-50. 92 номер. Сейчас мы взвесим. Селера 36, хотя бы не забыть. Народ берет капусточку. Она сколько? Она там, видите, я не знаю. Так, 30, это 92 лучок. 92. О, так быстро выбивают, что нифига не увидишь. Вот это 6 гривен, видите, 2 луковицы 6 гривен. 5,86. И 36 селера. Пакет я не беру, потому что он стоит денег. 36. Уже выбила тоже. Сейчас посмотрим, сколько тут селера получается. Вот она, вот 20 гривен. Я даже подумаю, брать ее или нет. 20 гривен, это очень дорого. Это очень дорого. Ну вот мандаринки, апельсинки. Вот такая у нас цена. Видите, есть все. Это даже не знаю, что это такое. Я первый раз такое вижу, камни какие-то. Инжир сушеный. Видите? Вот изюмки. Ну а там это. Дальше что у нас? Этот укропчик я купила на улице, но я хочу взвесить его. А здесь почем? Здесь 20 гривен что? 20 гривен что? 40 грамм. А я купила за 15. Вот я не знаю, хочу взвесить. Выгодно я купила или нет. Пойдемте соленья. До сих пор, вот огурцы я вам покажу, сколько стоят. Огурцы. Подешевел. Вот. 120, были 160, 120, а вот сейчас 93 с чем-то. Вот салаты. Ну, вот такое вот соленье у нас. А это уценка. О, кто хочет уценки? Уценки. Тут цена совсем на 5-10 гривен дешевле, чем без уценки. Вот грибы. Грибы, кстати, маринованные, очень вкусные, но сейчас не по деньгам, мы посмотрим цену. 106 килограмм. Здесь не знаю, что такое. Ну, нам ничего не надо тут. Пойдемте дальше. Луковицу мы взяли. А где она? Упала вторая. Ага. Луковица, селеру я, наверное, положу обратно, потому что очень дорого. А вот рыбка. Рыбку возьму. Рыбка. Сейчас мы рыбку возьмем. Сейчас я плохо вижу, люди смотрят, и я ж не этот. Это ж что у нас? Это минтай, наверное. Ну, я не вижу цен. Вот хоть умри, хоть плачь. Возле этого холодильника хоть плачь. Я не вижу, что это такое. Господи, что это такое?
Что написано? Кто знает? Ой, хек вроде, да? Не знаю, надо вытащить. Нифига я не вижу. Что они пишут? Хек, да, 120. Вот этот короткий. Но это он как вот это импортный. Я хочу что-то такое. Вот тут большой. А тут большой, наверное, дороже. Селедка. А это что с краю? Ну вот что делать? Я не вижу ни одного ценника. Хоть умри, я ничего не вижу. Что это? Окунь. Я не знаю, что это такое. Окунь там написан, лежит здесь. По какому это все? Поясните, вы не можете мне прочитать? Вот это хек. Вот этот, который 18. Вот это большой. Хек, тушка, 13,89. О, вот этот надо взять. 13,89. А окунь там сколько написан? Окунь, вот сколько написано? Окунь, да? Возле окуня. Не-не, цена окуня. Тут никто не видит. Ну, что это за такая штука? Да, по 100. Да. Так, что-то все затор, назад не вернешься. А можно я пройду туда дальше? Ой, извините. Так, вот это дешевле. Ой, давайте напополам, а так. Тут это дешевле, я возьму эти рыбки. Раз. Две, потому что это все равно будет дорого. Вот, две рыбки возьму. Окунь дешевле, чем этот. Возьму окунечек. Все. Ой, везде налипшее это. Ладно, две рыбки вот я взяла. Какой номер? Там посмотрим. Сейчас можно тут остаться без сумки. Пока тут что-то возьмешь. Какой номер? Сейчас мы взвесим. Какой номер? 43. Окунь мороженый. 43. Сейчас мы взвесим и положим свой пакет. Потому что за пакет деньги. Так, 43. Где тут? 43. 30 гривен этот окунь получился. Вот две рыбки, 30 гривен. Все, хватит. Это будет супец. Сейчас мы найдем пакет. И в пакет положим. Не знаю, селеру выложу я. 20 гривен это дорого. Не буду я ее брать. Сейчас, секундочку, я достану этот пакетик и вброшу сюда окуня. Вот так. Все. 30 гривен потрачено. Селеру я вылаживаю. Где она тут? 20 гривен не надо. Мне дорого очень. Сейчас, в следующем месяце. Вот так положим мы на место это все. Пойдемте отнесем. Положу сюда ее. Кому-то надо, возьмут. Вот, положила. Так, сумку бросила. Так, и вот уже почти у нас 40 гривен. Да, две луковицы и два манюсеньких этих. Но зато у нас есть два бульона. Два бульона. Такие эти. Потом что мы еще возьмем? Шейки на бульончик. Еще шеек возьмем. Если они есть еще. Если есть. Вот такая штука. Раньше была икра мойвы, можно было побаловаться. А сейчас нету нифига. Вот так. Это я в Варусе. Людей много, праздник. Люди скупляются. Даже в городе оживленно. Оживленно. Пойдемте дальше. А больше мне ничего не нужно. Вот какие плавают. Ух, ух, цена 200. Три, короче, сколько это? 240 почти. Голец какой-то. Ну вот рыбка. Мой отдел вот. Вот мой отдел, ну хвостики. Не знаю, есть или нет. У тебя хвостики. 70 рублей по 7, беру хвостики иногда. А хвостики есть? Сейчас посмотрим, сейчас спросим хвостики. Говорят, что вот эту рыбу жарят. Но я никогда ее не брала. Салака, да? Или ж... Ой, нет, это...
Что это такое? Да, салака. Вот такая красная рыбка. Сейчас мы спросим, есть костики или нет. Такие рыбки у нас. Вот такие. А хвостики можно вот этой суповой? Вот сейчас вот это мой отдел. По моим деньгам. Хвостики мне дадут. Если они там есть. Должны быть, сказали. Это филяли там их. Или как там резали. Мне хвостики. Там, видать, вы выбрали уже хвостики. Ай, нема хвостиков. Вот и все. А, подождите, вот здесь есть. Сейчас. А ну посмотрите, сейчас. На дне. Они запрятаны всегда. И на они на сюда дне. Переложили. Здесь они. Вот это мой супец хвостики. Вам все хвостики? Да. Буду супчик есть. Вон там еще под большой головой. Угу. Вот. Ну вот это суп по делу. Два хвостика и тарелочка бульончика будет класс. Вот и все, вся покупка. Сейчас мы узнаем, на сколько это. Но это, наверное, рублей 100 будет. А не по 60, а по 70. 54, ой, вы волшебница, вообще класс, подходит, сейчас денег нету, о, как дожить до конца, до пенсии, кошмар, как мне повезло, пожалуйста. Спасибо большое, такой радости я не испытывала за все 53 года, вот это да, в общем, приправки, слушайте, это вообще класс, вот она я, довольная, довольная как слон, все, выключаюсь.